Собираясь на встречу с представителями общественного совета, жители Прибрежного четко знают, о каких проблемах пойдет речь. Старший по дому номер 2 по улице Прибрежная Владимир Горбунов уже долгое время пытается добиться благоустройства своего двора. Во время ремонта ГДК «Пламя» от их дома был протянут водопровод. Яму раскопали, проложили коммуникации, затем засыпали. Теперь грунт, оставшийся после работ, осыпается вниз, представляя угрозу для жителей квартир, расположенных на цокольном этаже дома. Откосы не сделали, то есть у нас уклон большой, песок сыпается. В дальнейшем он просто засыпет даже вход в подъезд. Вот этот вопрос у нас уже, как бы сказать, почти год. Нам надо сделать ограждение, то есть, чтобы песок не двигался. Стучись, ты услышан будешь. Я думаю, так, наверное. То есть, надеемся на лучшее. На встречах в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. В состав общественного совета поселка Прибрежный входят 15 человек. Всего же здесь проживает около 12 тысяч жителей. Общественники решили, чтобы подходить к решению вопросов благоустройства грамотно, знать, что из кого спрашивать, требуется консультация юриста. Мы определили, что вторую среду месяца юрист будет работать специально для жителей поселка по тем вопросам направленности вот, по благоустройству и комфорту жизни, значит, и по всем вопросам, которые хотят задавать. Главное, уверены общественники, не сидеть сложа руки, дожидаясь у моря погоды, рассказывать о проблемах по мере их поступления и искать пути их решения совместными усилиями жителей и общественных советов. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.